мы сегодня единственные, кто идет в парламент. У кого по списку нет бывших депутатов, нет бывших министров. Чтобы возродить спортивные секции по всей стране, как это было, мы нашли решение. Если мы будем направлять 5% от продажи сигарет и алкоголя на поддержку молодежи и спорта, поверьте мне, что эти секции появятся по всей стране. Если у нас не будет плана модернизации страны, у нас наша страна будет продолжать хаотично развиваться, и результата и толка никакого не будет. У нас нет никакого плана национальной инфраструктуры. Мы ликвидируем Центр по борьбе с коррупцией, реформируем СИП, и на базе их я построю маленькую компактную спецслужбу, аналог израильского Моссада, и поверьте, я найду всех тех и в стране, и за ее пределами тоже. Сегодня, когда одни обещают пенсии, как в Европе, вторые обещают какие-то сумасшедшие несуществующие надбавки. Мы, если не придем к тону, не запустим экономику, и у нас не будет в стране хотя бы 3 работающих на одного пенсионера, наша страна никогда из кризиса не выйдет. И вы будете ждать еще 10 лет, и боюсь, что вы не дождетесь. Поэтому нам нужно перезапустить экономику, возродить среднее техническое образование. Мы обязуемся сегодня вернуть ГОСТ. Пока мы не реанимируем ГОСТ, у нас не будет нормальных продуктов питания в стране. Понимаете, не то что денег на существование. Потому что ГОСТ это всех сегодня приводит к какому-то порядку. А он у нас в стране сегодня отсутствует. У меня есть сегодня обязательства только перед гражданами нашей страны. И я уничтожу просто все эти группировки. Можете в этом не сомневаться. Будьте здоровы. Самое главное, не верьте никаким фейкам. И голосуйте, как подсказывает ваше сердце. Добро должно быть с кулаками. Голосуем за избирательный блок Рената Усатой. Сила в правде.